Вот сейчас снимаю я. Ты просто как бы выходишь из ванны, кричишь. Что там кричишь? Ты дурак, что ли, ошалел? Ты дурак, что ли, ошалел совсем? А, нет, ты же снимаешь, да? Сейчас вот следующую сцену уже Аня поснимет. Сейчас первую сцену я, без, там без меня просто. Самый главный оператор. Самый главный оператор. Иди, общий план снимай. Что ты крупный план, что это Эвелина снимаешь? А я пытаюсь общий. Говори, говори, Эвелина. Ты дурак, что ли? Ошалел совсем. Так, нет злости. Что, запись. Ты дурак, что ли? Ошалел совсем. Нет, ты должна как бы идти. Ошалел. Во-во, дай вода. Ты прям можешь вот так пройтись. Только что. Что это было? Так. Чтобы дурак ошалел совсем было, когда ты еще лицо твое на камеру. А потом можешь пройтись. Давай, все, я на запись включила. Давай. Иди. Ты дурак, что ли? Ошалел совсем. О, хорошо. Хорошо. Хорошо, да? Так, еще пару раз с хорошей злостью, и все. Так, ты лицо мокрое? Намочить. Намочить? Дверь будет открыта, потому что Егор уже вышел, дверь открыта стала, да? Вот так. Ты дурак, что ли? Ошалел совсем? Здорово. И еще на всякий случай. А так все хорошо. Я сняла, сняла. Просто еще как бы один дубль на всякий случай. Вдруг этот еще лучше получится. Так, потом почему полотенце там висит? Полотенца же ведь не было уже. Вот видишь, почему дубли следующие нужны? Потому что мы запоминаем, что дверь была открыта, что это, полотенца не было. Теперь опять со злостью, потому что, видишь, полотенца не стало. Запись. Ты дурак, что ли? Ошалел совсем? Все хорошо. Теперь следующий кадр. Там уже Егор будет присутствовать, да, в этом кадре. Там сейчас мы камеру поднимем. Вот так дверь прям прижмем. Камера будет чисто на замок. И Егор будет, мы снимем сцену, где Егор закрывает ее, а потом сцену, где я открываю свою руку. То есть Егорина рука закрывает, моя рука открывает. Как деталь ее отснимем. Так, Егор, неси табуретку. Или кто-нибудь там. Сейчас мы поднимем. Соня, что с ним? Я говорю только, Соня, что я с тобой, а у Сони там много слов. Получается, надо, чтобы защелку видно не было, правильно? Потому что там же, ну, защелки-то нету. Ну, был, чтобы общий план. Так. Прям общий не получится, естественно, да? Получится хотя бы вот такой, знаешь, ну, даже не первый средний, потому что у нас ты... Обливаться, да? Ты накрась их, обливайся. Так, я же выше, а что это по тебе ставлю? Куда пошел общий план снимай? Я же общий. Меня снимаю на общий план. Иди отсюда. Это не общий. Что, снимай нравится. Аню у меня. Какие-то крупники, крупники берет. Сильнее облейся, потому что там у тебя хорошо будет. Ань, вот давай вот так вот. Посмотри, голова моя умещается. Сейчас. Все, голова нормальная. Все хорошо? С головой? Да. Угу. Так, сейчас я настрою, что что с тобой. Ты Става помнишь? Да. Ух ты, умничка моя. На, если на всякий случай. Давайте вот как раз я вот тут повернусь, он же туда убежал. Да. И скажу, Андрей! Андрей! Что такое? Нет, надо громче. Войдите в роль, а? Нет, а ты вот ты выйдешь, нет, чтобы ты в камеру была. Вот ты выходи. Угу. Ты говори, вот говори мне, но лицо вот немножко туда, в сторону камеры, да? Я же вам говорю. Так, а теперь я представлю тебя, как будто моя Валя, да? Тебя, Витя, облил холодной водой. Что и моя реакция?
Аня, не снимай, Егор, снимай. Так, давай, вот я прям должна это все представить. И ты тоже представь. Так, подожди. Во-первых, мне нужно не просто встать здесь, мне нужно подбежать еще. Вот. Ты должна стучаться в дверь. Ну, стук ты, ладно, там ошалел совсем. Ты гад такой, ладно, стук там он уже был, внутри будет стоять, да? Дверь закрыта, я подбегаю. Вот. Соня, держи дверь внутри, потому что она падает. Вот прям держи, эту дверь. Вот так вот, держи. Держишь? Ты уже стоишь тут. Вот. Ты же кричишь, я шалел, если ты около двери стоишь. Только ты сейчас ее держишь. Так, я подбегаю. Так. Ну ладно, мам, как мама, обыкновенно. А тут все так. Есть кадры? Соня, что с тобой? Мам, у меня обдуло холодной водой. Ты не вылезла, тебя в камере не видать. Я знаю, я не понимаю, как встать. Я? Вот. Вот так. Анечка, нас видят там? Обои, смотри. Вот если мы так стоим, нас обоих видим? Да. Обои. Вот, вот так вот мы даже стоим. Так, я не могу представить, когда меня Витя валил об холодной воды. А я уже представил. Весело тебе. Специально я только накрасила. Так, ну-ка давай еще раз. Держи дверь. Держишь? Так, бегу. Соня, что с тобой? Мама, набил меня холодной водой. Я только накрасила. Не вылезла. Соня, а что с тобой? Мама, набьем мне холодной водой. Специально, я только накрасилась. Андрей! Ну что, нормально, можешь уже отснимать? Саня, пусть еще немного, ну, побольше вылезет. Шаг побольше вылезет. Так, еще сильнее вылезет. Я попадаю? Да, ты вы попадаете. Да, я в твою попадаю. Мне надо, чтобы в Ванину я попала. Ну ладно. Все, давай. Держи дверь. Давай, близ. Так, я сейчас нормальный курс сыграл? Да, да. Да, Соня мне будет сегодня холодно. Жарко. Мне вообще жарко. Мне вообще будет. А что ты горячий? Ты говоришь, холодно наливай. Да холодно не обожжешься зато. Может быть, я? А? Спасибо тебе, Егор, за помощь. Какой ты у нас вообще? Всегда рад помочь. Рад помочь. Держи дверь прям. Так, попробуем отснять, да? Да. Соня, все, уже запись, да? Все. Когда говори запись. Запись. Соня, что с тобой? Мама, набью мне холодной водой специально, я только накрасилась. Андрей! Ну, не знаю, Егор, нормально, а не нормально? Да, нормально. Ну, давайте еще раз. Так, Соня, держи дверь. Когда выходит, Соня, побольше пусть. Соня, побольше выходи и полуоборот камере. Да, мне тут вообще не видно Соню. А тут тебя не видно. Так. Соня, что с тобой? Мама, набил меня холодной водой специально, я только накрасилась. Андрей, ты что делаешь? Хорошо получилось. Так, что, Соня, все, да? Соня, в душ залезь. Мы все в камеру влезаем? Да. Аня, ты да, смотришь? У меня тоже. Все в камеру. И давай пока посмотрим, как мы собирали. Да. Давай посмотрим. Так. Вот так вот мы мучаемся, папа. Вот почему мы так долго приходим. Вот поэтому мы вот так поздно приходим домой. Давай, Люш, не будем приснимать. Нормально же, да? Так, это мы сняли. Что еще осталось? Осталось. И это мы еще только начали. Что еще впереди?